в старом Казахстане очень модно было разрабатывать различные государственные программы. Казахстан 2030, Казахстан там должен войти в 50 развитые страны. Да это я говорю, это все это болтовня чистой воды. 23-30 лет только план. Они даже на 3 года не могут планировать-то. Что на 30 лет он там захотел спланировать? Это полная абстракция. Тем более, что на примере-то совсем другое происходит. Мы вот несчастно, ну и нефть кончается, и все природные ресурсы уже кончаются. Завтра что делать? Тем более у нас сейчас уже 4% территории превратились в пустыни за счет вот потепления климата. Это примерно столько же, сколько всех лесов в Казахстане. Но эти подонки, которые, так сказать, на этом бизнес делают, они поджигают его еще, уменьшают.